Чемпионат города Витебска по скачках на батуте собрал у областным центре 80 атлетов. Спаборництвы стали одним из этапов подрыхтовки до международного дитячо-юнацкого турниру, который у лютым пройдет в Минску. Как с поставленными задачами справлялись спортсмены, просочила наша здымочная группа. Каждый старт повинен стать кроком наперед у развития спортсменов. Миновито с таких позиций витебские батутисты подходят для любых споборництв. Городский чемпионат собрал атлетов, которые выступают по программе майстров спорту, кандидатов в майстры и скакунов на батуте, которые выполняют юнацкие разряды. Перед каждым тренером ставили индивидуальные задачи, и сейчас пришла пора увидеть и оценить, чего добились подопечные. Целями этих соревнований являются просмотр новых перспективных спортсменов юношеского возраста, просмотр новой программы, которую мы готовили в течение предыдущего года. Здесь мы выполняем разряды, которые планировали в текущем году выполнить для детей, начиная с первоюношеского, заканчивая кандидатом в мастера спорта. Для большинства участников городского чемпионата покуль вершине спортивной карьеры было выступление на республиканских стартах, але некоторые батутисты поспели выступить и на буйных международных турнирах. 12-годовая витеблянка Ксения Семенова обороняла гонор краины на сусветных гульнях у японским Токио. Узнагороды не завоевала, але умацевала ожидание и надалее заниматься скачками на батуте. На этих соревнованиях я делаю не новую комбинацию, но сделаю ее уверенно. Очень хорошо. Не спыняться на досягнутым мкнется и 11-годовая Дарья Анистратова. Батутистка упарто тренировалась, как на ровных конкурировать с фаворитами. Я стараюсь с ними сражаться, выигрывать по технике, по высоте и по сложности. По выниках споборництва у специалиста окреслили состав кандидатов, которые выступят на турниры в Минску. У остальных претендентов есть еще месяц тренировок, как переконать тренеров, что и они достойные места у сборной команде областного центра. Сергей Мисурагин, Станислав Дудин, новини Витебск.